Немецкий цирк Ранкали отказался от номеров с животными, хотя в Германии, в отличие от многих европейских стран, это не под запретом. Но слоны, лошади и даже рыбы все равно появляются на арене в виде голограмм. Система, позволяющая зрителям с любого места видеть голограмму, обошлась более чем в 500 000 евро, но затраты того стоили. Четырнадцать добровольцев собрали 11 тонн мусора, чтобы очистить Эверест, самую высокую вершину мира. Люди убирали мусор 6 недель. Волонтеры собрали банки, бутылки и альпинистское снаряжение, которое оставляли туристы. Вывозить мусор с высоты 8000 метров пришлось вертолетами. Также к очистке подключились власти Непала, а всех туристов обязали приносить с горы 8 килограммов мусора. В Австралии уже запустили новый транспорт будущего – подводное такси. Поездка на нем – настоящее приключение. Ведь можно совершать путешествие к Большому барьерному рифу и увидеть богатый подводный мир. Заказать поездку можно через приложение. Но вот до точки отправления нужно добираться на вертолете. Необычное путешествие обходится в 3000 долларов. И снова Китай впереди планеты всей. На этот раз жители Поднебесной предлагают покататься на самом высотном лифте в мире. Он поднимается на высоту 330 метров. За один раз кабина провозит 50 пассажиров на смотровую площадку на вершине горы в парке Чан-Ся-Ця. Тот самый из фильма «Аватар». Лифт 100 драконов попал в книгу рекордов Гиннесса. Лифт воспринимается как аттракцион. Но чтобы на нем прокатиться, нужно простоять 4 часа в очереди. И напоследок лайфхак от соседей Приморья из Токио, который поможет вам моментально охладить напитки в банках в жаркую погоду. Напоминаем, вы также можете стать автором рубрики. У вас есть фото и видеоматериалы, которыми вы хотите поделиться или хотите, чтобы об этом говорили, присылайте их нам на WhatsApp. Самое интересное вы увидите в эфире 8 канала. Дмитрий Беломестнов, новости на 8.